Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». В студии Руслан Жукаев. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании очередной 37-й сессии Народного собрания. На ней был принят ряд важных законодательных законопроектов. Один из них касается социальных выплат. Принят проект закона о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и о передаче полномочий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты пенсионному фонду. Ежемесячная денежная выплата производится в том случае, если ребенок является гражданином России и постоянно проживает на ее территории, и семья имеет размер среднедушевого дохода, который не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в установленную в республике на дату обращения за назначением выплаты. Напомним, прожиточный минимум для детей в нашей республике составляет 12 тысяч рублей, а размер прожиточного минимума на душу населения – 11 515 рублей. Также на сессии обсудили вопросы градостроительной деятельности, развития сельского хозяйства и туризма. Рашид Тимрезов подчеркнул, что автотуризм и мототуризм приобретают все большую популярность в Карачаево-Черкесии. Тем актуальнее стоит вопрос организации обеспечения безопасных условий перевозки отдыхающих. Наступила пора традиционных весенних ярмарок, задача которых – поддержка частных производителей в реализации собственной и, конечно, обеспечить население сельхозпродукцией повседневного потребления по доступным ценам. Из Адыги Хабле репортаж Ахмата Халкичева. Свою продукцию жителям и гостям Адыгахабльского района на этот раз предлагают около трех десятков хозяйств со всей Карачаево-Черкесии и не только. Прилавки также развернули товаропроизводители из Ставропольского и Краснодарского краев. Самых отдаленных аулов Табанта, Староковинск, уже они здесь. Вот, видимо, они уже закупают все. И люди все оповещены, и они сами были очень заинтересованы, чтобы ярмарка была, чтобы у них были саженцы своевременно, рассады, все семена. Поэтому все у нас получилось вовремя, как раз середина апреля. Цель мероприятия – дать товаропроизводителям возможность прямого выхода к своим потребителям. Живая рыба, мясо, мед и молочная продукция. Цены на все представленные товары ниже рыночных на 20%. Все есть, нам нравится, сейчас начнем закупаться. Нам саженцы нравятся больше, вот овощи, фрукты. Хорошо, я видела где-то вот мед, видела молочку, видела все, со всего по чуть-чуть собираемся взять. Вон детишки у нас, все натуральное, все свое. Так что нравится нам ярмарка, мы всегда постоянные посетители. Сельскохозяйственные ярмарки традиционно проходят как весной, так и осенью. Весной преимущественно идет посадочно-семенной материал. Тем не менее, на прилавках немало и свежего урожая этого года. Ну а картофель, зелень, да и весь борщевой набор, как заверяют сами производители, выращены безо всяких нитратов и химикатов. У нас всегда низкая цена. Мы даже оптовые снабжают наши все. Никаких нитратов нету. Чистый товар. Мы теплицы у нас выращиваем. Теплица. Ну, с садовым нашей живым. Там 80. И беломечетки есть. В общем, так. Борщевой набор у вас? Да, борщевой набор. Вот, щавель есть, редиска есть, даже салаты. Вот, все, пекинская капуста. Ну а праздничное настроение ярмарки поддерживали выступления артистов и художественных коллективов районного отдела культуры. Ахмат Халкечев, Руслан Харченко, Вести Карачаево-Черкесия, Адыгахабльский район. Завтра в Черкесске на территории фудмаркета «Агропарк» в микрорайоне «Северный» по адресу улица Свободы, 62, состоится традиционная весенняя сельскохозяйственная ярмарка. На ней будет представлена продукция по ценам на 10-15% ниже рыночной. До ярмарки можно доехать на бесплатном общественном транспорте с табличкой «Ярмарка Агропарк». И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 589 человек. Из них 44 274 выздоровели, 41 человек госпитализирован. МЧС предупреждает, в горных районах Карачаева-Черкесии выше 2000 метров лавина опасна. Также ночью утром в северных и центральных районах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1, -3. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой дождь, в горах со снегом, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 5,
В северных и центральных районах в воздухе и на поверхности почвы заморозки до минус 3, а в горах до минус 8, а днем 13-18 и местами до плюс 10. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, а днем 16-18 градусов тепла. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на День открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Не упустите шанс лично посмотреть университет и пообщаться с его руководителями. Приходите 16 апреля по адресу город Пятигорск, проспект Ленина, 9. Он настоящий, обескураживающий, презентабельный, с остальным характером и безупречным стилем. От него пахнет успехом, и он только твой. Island. Диван с характером от мебельной фабрики «Ангажемент». Только в апреле и только для вас. Диваны коллекции «Айленд» со скидкой 25%. Мебельный салон «Ангажемент». Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Наследник нардского тлепша, кузнец Руслан Карданов из Беслинея удивляет людей магией ручной работы. На месте, где сходятся в жарком танце стихии огня, земли, воздуха и воды, и где человек научился их заклинать, придавая с их с помощью форму и наполняя содержанием предметы, побывала Фатима Даурова. Смотрите, что из этого получилось. В кузне каждый день творится таинство. Здесь из хаоса металла возникает порядок и форма, где-то лаконичное и сдержанное, а местами свободно парящее, по замыслу автора. Работая в своей кузнице, что расположилась на краю села Беслиней, Руслан Карданов чувствует себя творцом. Каждый удар по наковальне отдается эхом прошлых времен, неразрывно связывая современного мастера с наследием самого главного кузнеца нартов – черкесского бога огня, могучего тлепша. Аутентичность пронизывает пространство, отражаясь в тонкостях. В творческой мастерской у кузнеца каждая деталь находится на своем месте, но наше внимание привлекли вот эти камушки. Они непростые, в них есть природные отверстия. Их очень сложно найти вообще в природе. У черкесов есть такое поверье – в доме, где висят вот такие камушки, всегда есть благополучие и достаток. Искусство Руслана Карданова рождается из огня. Поэтому розжигу кузнец придает особое внимание. В пекле костра самый твердый металл становится мягче. А потом точными ударами молота о наковальню ему придается будущая форма творения. По профессии Руслан – художник-оформитель. Много лет проработал в Ставропольском художественном фонде, который плавно со временем приобрел статус республиканского. Творческая натура мастера не собиралась уходить на пенсию по возрасту, когда пришло время. Наоборот, в спокойном ритме повседневности она сильнее стала проявляться, заполняя мысли мастера все новыми идеями и образами. Начал с Зеленого острова. Это мастерская крупная была, большая была, республиканская. Там я начал работать, и потом у нас открыли Ставропольский художественный фонд при Карачай-Черкесии, потом наш свой Карачай-Черкесский, я там проработал, ну, сейчас я на пенсии, наслаждаюсь своим делом и работаю, и делаю те же пушки, которые не стреляют. Да-да, вы не ослышались, пушки, которые не стреляют. Точные копии своих исторических предшественников, времен Петра I. Грозное оружие против врага. Именно с подобных орудий и начиналась настоящая история российской артиллерии – царицы полей. Называется пушка-единорог. Ну, я его делаю для веселья, для салюта, для детей, для взрослых, чтобы в какое-то мероприятие они салютик сделали и радовались жизни. То есть отсюда стреляют фейерверком? Фейерверком, да? Тут заложили, и даже с пульта можно. Это, ну, кто как заказчик закажет, так и будет. Тех, кто занимается ренессансом петровских пушек, в стране мало. Нас можно пересчитать по пальцам. И мы все поддерживаем связь и советуемся по разным вопросам по делу, говорит Руслан Карданов. Один даже позвонил, давай, говорит, с Тульского завода, говорит, мы
дуло, которое отливается, мы тебе поможем, отольем. Я говорю, давайте. Это недавно мне звонили. Так что по всей России знакомых много и заказчиков много очень даже сейчас, в данный момент. Поступают заказы от ценителей эстетики декоративного оружия из Сибири, Зауралья, даже Дальнего Востока, не считая соседних регионов. На один экспонат уходит неделя, максимум две усердные работы. Руслану помогают его сыновья, которых он приобщил к семейному делу. Связь поколения от отца к сыну символизирует и черкесская шашка, висящая на самом видном месте, с которой в дикой дивизии Бекмурза Карданов, дед Руслана, прошел много битв во славу Российской империи. Фатима Дорова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Донбассе стартовали первые спортивные соревнования, посвященные юбилею республики. Дети из регионов Северокавказского и Южного федерального округов, а также из Южной Осетии состязались в ловкости рук, скорости, быстроте реакции. Алла Качиева расскажет, о каком виде спорта идет речь и как он проходил. Донбай позиционируется всесезонным и излюбленным местом отдыха тысяч туристов страны. Сейчас приехали, конечно, многое изменилось. Вообще радуемся, ходим. Жизнь приехали прекрасна. Всей семьей. Да, большой. Да, большой, дружной. А что особенно вам нравится здесь? Природа. Горы. Самое нравится природа, воздух. А мне нравятся горы. Подышать свежим воздухом и насладиться шикарной природой могут не только туристы, но и 164 молодых спортсмена из 9 регионов – СКФО, ЮФО и Южной Осетии. Знаменитый горнолыжный курорт в очередной раз стал местом проведения соревнований. Здесь в течение нескольких дней будет проходить межрегиональный турнир по боксу «Кубок Донбая 2022». В этом году его посвятили столетию образования Карачаево-Черкесии. Первые спортивные соревнования, посвященные вековому юбилею республики, решено провести в Донбае, в гостиничном комплексе с одноименным названием. В большом спортивном зале стоит праздничная атмосфера. Состоялось официальное открытие, где участников и судейскую команду приветствуют организаторы. Этот турнир важен тем, что он сближает молодежь для развития спорта и для развития курортного поселка. В межсезонье, как бы в летнее время, это самое время для тренировки спортсменов, для сборов, для проведения таких соревнований. Дан старт, и участники 4-го межрегионального турнира «Кубок Донбая» по боксу выходят на ринг. Несмотря на юный возраст, поединки здесь очень эмоциональные. Быстрая оценка обстоятельства и четкий план действий. Результаты подготовки ребят. Бокс не драка. Это спорт отважных, уверены тренеры и их подопечные. Нешуточные бои разыгрываются и между девочками. Задача нелегкая. За указанное время нужно было не только грамотно уходить от удара, но и стараться находить слабые стороны соперника. В боксе надо уметь думать головой. И быстрые ноги. В целом все ребята с упорством и целеустремленностью сражались за победу. Зал в течение боев не умолкал ни на минуту. Судьи отмечают хорошую подготовку юных боксеров. В общем, подготовка ребят хорошая. Собрались спортсмены с разных регионов. И эти спортсмены представляют эти регионы. Они первые номера, вторые номера. То есть состав качественный. Эти соревнования сыграют большую роль в популяризации и развитии бокса, а также будет способствовать пропаганде здорового образа жизни и привлечению туристов в наш регион. Донбай здесь очень красиво. Хороший. Что тебе больше всего понравилось? Горы. Межрегиональный турнир в 5 возрастных категориях продлится до 17 апреля. Организаторы подготовили участникам грамоты, призы и хорошие впечатления в виде экскурсии. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Донбай. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым.